посмотрите, куда мы приехали. Это наше местное самоуправление. Парковка здесь даже для электромобилей есть. Здесь встала на минутку. А приехали сюда мы не просто так, на местное самоуправление. Приехали сюда за пакетами. Пенсионерам дают здесь пакеты. Одноразовая акция. Прошлый год мы тоже здесь были и тоже получили. Ничего сверхъестественного, конечно, не дадут. Ну, крупа. Ну, покажем. Крупа, мука. Ну, покажем. В общем, да. Наших пенсионеров, между прочим, очень даже поддерживают. Никто не бросает. Нас несчастных. Ну, мне еще немножечко рано. Вот. А я несчастная. А ты несчастная? И меня не бросают. Да, пошли на тротуар, что мы по парковке идем. В общем, не бросаю пенсионеров, их поддерживают. О, все тетеньки идут с какими-то пакетами. У нас местное самоуправление. Видите, как выглядит. О, красиво выглядит. Заходите, даете удостоверяющий личность документ. И вам для подтягивания штанов дадут что-нибудь. Я не знаю, во всех ли районах Таллина это есть. Или в других городах, но вот в Таллине есть. Вон здесь такая, как легкая очередь, и там раздают. А чего дают, мы с вами сейчас посмотрим. Надеюсь, мама покажет. Длится эта акция раз в год, и она неделю только длится. Второй год. Да, и неделю только. Не надо делать вид, что там что-то смотришь. О, смотрите, что дальше. Ну не нам, маме, я тут вообще ни при чем. Это мое. Ой, господи. Это бедному пенсионеру. Несчастная. Ой, ну показывай. Консерва. Ой, консерва. Ну хоть покажи людям, да не съем я, не съем. Курица тушеная. Кстати, прошу обращать внимание на сроки. Говорят, что да, там пенсионерам или школьникам спихивают чего-либо, там бы лишь бы государство. Вот ничего подобного. Вот тут я, например, срока не вижу. 24-й год, что ли? Ну, так, вот. Рапсовое масло. Это ты любишь? Местное, очень полезное. И из цветка рапса. На нем жарят. Это которое желтое пахнет. Желтое пахнет. Ой, рапсовое оно масло. Хорошо, да. Подсолнечное. Здесь... Ну, это... Ой, чай. Мятный чай. Ты же обожаешь. Обожаю. Мяту. Они, наверное, знали. Чай мятный. Это из говядины. Тушенка из говядины. Что ест эстонский пенсионер? Печенье сельга, очень вкусное печенье, простое такое. Это кана? Это свинина тушеная, еще тушенка. Так. И макароны спиральки. Стопроцентный дурум, твердых сортов, то есть не развалится ничего, хороший макарон. Шоколад мне кофе утром. Вот и скажи, пожалуйста, а? Шоколад 56% биттер, то есть горький как это бы такой. Полезный. 56% очень хороший, полезный шоколад. И еще опять 100% дурум, то есть твердых сортов, пшеницы, это вот рожки. Плюс, это из... Плюс сеточка остается. Сеточка для остается. Для домашних нужд. Ну, поверни название, это там уже как написано. Тут как раз написано «Наш район ластными». Такие они все экологические. Вот этот, в прошлом году был лен вот такой. Они из он и есть, да. Я его на дачу увезла. Из льна сделаны, то есть не пластиката, ничего. Эстония очень дружелюбна к природе. Ставь обратно. Можешь забыть что-нибудь. Туда еще закатится? Да, сейчас туда. Можно забыть. Короче, три коробки тушенки. Три тушенки, шоколад, макароны, чай. В прошлый год шоколада не давали. В прошлый год проще было, да, по-моему, как-то, да? Попроще. Угу. Там была для каши много. А, каши были. Там была нелля вилля и... Нелля вилля – это четыре вида зерновых. В общем, вот такой продуктовый. Да. А теперь покажем с вами вторую сетку. Теперь вторую сетку. Вторая это химия. Сетка. Как бы, да. Это эстонская фирма Мейери. Порошок для стирки ручной работы. Это ручной. Сенситив для... Как сказать? Для сенситив. Нет, как это?
малоаллергичная, как бы вот это все. Это вся фирма. Вся фирма, она вообще вся сенситив. Это, по-моему, это что? Это посуду. Это эстонская, да. Это посуду мыть. Сейчас посмотрим. А это для рук, вот она. Угу. Вот hand. Это для рук, а это для мытья посуды. Neutopesu, да. Ну, для мытья посуды жидкости. Просто вот мне такую дали, и вот этот пункт не работал. Так. Да. Это самое жидкое мыло. А это мыть окна. А это... самое окна и стекло, да. Зеркало. И все вот этой фирмы нашей Мейере, оно все, как сказать, этот вот гипоаллергенно. Вспомнила слово. У меня словарным запасом от зависти к таким пакетам вообще словарный запас пропал. Ну, в общем, вот такие пакетики. А теперь мы за продуктами. Мама за продуктами, но я себе не знаю, тоже может что-нибудь нет, куплю. Нет, нужна еще аптека. Еще в аптеку. Да. Куда тебя в аптеку? А что тебе в аптеке? Надо. Ну, витамины укрепляющие. И все. Для горла что-нибудь. От горла, от горла. От горла. Горло больно. В аптеку сходили. Зашли в Максимум. Ну, маме продукты, а я даже сама не знаю, взяла корзинку, покатаю, так даже не знаю, что. Я когда маму вожу, как-то про себя мне не думается, не умею. Я не могу думать сразу о нескольких вещах. Мозг у меня так устроен. В общем, в Максиме Гарри Поттера какие-то конструкторы или записные книжки, или что-то такое, кружки, книжки, кружки, брелки из серии Гарри Поттера. Здесь, наверное, надо опять собирать какие-то наклейки или что-то такое. Этот Лего-конструктор. Кристина у нас любит этого Поттера. Это типа копилка, что ли? Да, это копилка. Что-нибудь такое бы интересное. Записная книжка. Пазлы. Наклейки на руку, типа, что ли, или что? Это как диск. А, нет, это диск. Вот. Нет, тату все-таки. Но какое-то такое все. Тематическую бы какую-нибудь там кружку или, ну, полотенце есть в Гарри Поттере. Кружка. Ну и что это кружка? Оно на кружке написано. Термокружка Гарри Поттер. Коробочка. Вот. И все, конечно, уже в рождественском. В рождественских украшениях все уже. Адвентовские календари, которые гномик приносит. Есть с конфетами, есть с орехами адвент-календари. Есть и с косметикой, и с шампунями. С чем только нету теперь этих адвентовских календарей. Шарики, все началось. Началось. Шарики, лошарики. Елочки. Сейчас будет все-все в этом. Смотрите, какие адвент-календари. Огромные. У нас в прошлом году был вот такой большой, я помню. Здесь все из киндера, здесь. Из киткат всякие сладости. Но это все сладкие здесь. Здесь все сладкие, да. Ну вот с орешками тоже было. Вон здесь еще по Гарри Поттеру что-то. 4 наклейки плюс 4 евро. Палочка волшебная. Что она там делает, не знаю. Вот, тоже интересно. Волшебная палочка. Кружечка. Это за наклейки, которые дают магазин. Кружки Гарри Поттер. Упаковки какие интересные. Евро 39. Может сюда коньяк или что-нибудь такое. Рождественское все такое разное. Они есть по евро 39. Ленточки. Украшения. Ну тут только еще расставляют вроде, но обещает быть здесь все это, как сказать, мощным. Ну как везде. Все в этом будет.
ты здесь картошку берешь? Картошка на развес красная. 79 евроцентов. У нас все цены в евро. Ну, картошка так себе. Ну, а что ты хочешь? Да, та еще хуже. Лук какой-то такой. Я хочу красный. Красный лук. Морковка 43 евроцента. Мама взяла виноград, а я вообще свою корзинку бросила. Я не знаю, что брать, и не хочу вообще ничего. Что-то я как-то сегодня все. У меня пошел минор. А где у меня? Не знаю. 36 евроцентов лук. И такая еще картоха. Еще картошка 45 центов. Дурная какая-то. Лук как-то пахнет плохо. Мама ищет корзинку. Потерялась. Думает, ее это или нет. Возьмет сейчас ни ту, ни свою. Она может. Так, ну купили кое-что. Я свою корзину вообще как бы вообще не акцептировал. Не знаю, я что-то. Что-то мне ничего не охота. Что-то делал. Ну, в общем, купили здесь кое-что. Мама здесь себе яйца, газету, виноград, помидоры, паштет, сливки. Что-то такое всякое. Ну, в общем, всякое. Ну, все, накатались вроде. Мама отвезла домой. Она пошла пересчитывать занавески новые. Пошла консервы пересчитывать. Так что кое-что сделали. И уже даже кое-что к Новому году думаем. Уже даже не очень думаем, а даже исполняем. В общем, день прошел вроде продуктивно. Продуктивный день сегодня. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки, не забывайте. Всего вам светлого, доброго, хорошего. Продуктивных вам дней. Чтобы у вас все-все было хорошо. Ну и здоровье, конечно. До завтра. Пока-пока. We'll be right back.